У нас был случай такой, значит, больной, у которого было, по-моему, четверо детей на тот момент, жена беременная, и он заболевает, и у него устойчивая форма туберкулеза. И там у них медсестра тоже активная такая оказалась, написала письмо в АИЛ, в общем, собрала вот тут весь этот аксакалов, там этих, у них собрание было. И вот они всем селом решили помочь этому больному. И действительно, они им помогали и продуктами, и там... Чем только кто, как мог. Даже в очередь становились, он же как раз препараты пили, и как раз он у нас был Pfizer, который надо пить с айраном, то есть с кисломолочным продуктом. Так они там, учителя, по-моему, у них в очередь стали, и каждый день кто там молоко принесет, кто айран. В общем, мы этого больного вылечили сообща. То есть это очень хороший опыт. И я думаю, раз там Айлукмету помог, то, наверное, есть и другие, которые готовы точно так же помочь.